Батер, иди воруй. Ты взрослый кот. Ты мощный, здоровенный, рыжий котяра. Я понимаю, что ты кастрирован. Я понимаю, что вся твоя воля к жизни сломлена. Но ты же сожрал грамм гашиша в детстве. Ты же неделю тебя кошмарило. Ты же просветленный кот. Ты же не умеешь даже мяукать. Ты вон разговариваешь, крякаешь со мной. Как гусь. Помнишь гуся? Помнишь, как ты с ним взаимодействовал? Ох, были времена, да? И черный был еще этот. Как мы его звали-то? Господи, как же мы его звали? Курцхар. А как мы его звали? Я забыл, как мы его звали. Пес был черный. Классный пес был. Ну, как бы это эмоционально, да? Это грусть какая-то. Тоже эмоция. Это же как бы ради этого и живем. Ради эмоций. Ну, он получил. Вспоминаю, мне же сейчас... Ну да, мне грустно, но я испытываю... волнительную какую-то трепетность, какую-то наполненность в этот момент. Вот, видимо, ну, не видимо в смысле, а вот это и есть та ценность, которую, ну, в которой состоит опыт проживания жизни человека. Он же, по сути, благодаря тому, что вот он текучий такой, имеющий начало и конец, он, соответственно, вот в этом всем, в этих всех правилах, да, всегда разных, умудряется испытывать вот то самое, чего лишен вот этот... Единственный на всех разум – это вот эмоциональность. Он не может испытывать эмоции, потому что ему настолько, он настолько циничен уже. Ну, представляешь, вечно ты всегда один, и весь вот в это все. Нет ни верха, ни низа, нет ни пола, ни мужского, ни женского, вообще ничего нет. Ты просто есть. И, соответственно, там какая нахрен там, какие там эмоции? Там уже все пережито, когда-то было никогда. Потому что вечно никогда не начинается, никогда не заканчивается. И вот в этом состоянии, вот в этом кошмарном, вот ускользая вот эти временные тела, да, в эти временные истории, там, где-то в человека, привычно нам понимать, что в виде человека воплотился. Может, в виде Вселенной, может, в виде дерева, может, в виде планеты. Неважно, все, что имеет какое-то, как с нашей точки зрения, понимание материального начала и конца, это все и воплощение. Там же нет такого, что камень или человек, там, или обезьяна. Разница, потому что все же из одного. Это просто уже как мы это созерцаем, забывшие, да, такие. Вот. Поэтому эмоции – это, конечно, вещи такие. Поэтому жизнь, она, по сути, наполнена эмоциями разными, да? И это ее делает, собственно, жизнью. Чем больше их происходит на жизненном пути, тем как бы он богаче. Этот опыт, этот букет, и потом ты по остановке лет уже, когда все понял, тебе есть что вспомнить, и вот пока еще можешь это себе позволить вспоминать, ты это вспоминаешь, какие-то вот эти фишки. Потом забываешь опять снова все. И, скорее всего, продолжаешь свое бытие, родившись во что-то иное. Но тоже еще не конечное, потому что ты не такой лох уже. Ты не хочешь в свою конечность. Ты хочешь продолжать серфить по этой реальности, и позже по другой реальности, сверхреальности. Но их же до бесконечности. Как бесконечность бесконечна, так и количество чего-либо, либо чего бы то ни было в ней, тоже бесконечно. Количество повторений всего на свете, подобий всего на свете. И ничего одинакового нет. Все одно и то же, но ничего одинакового нет в этом разнообразии. Вот не могу только одного понять, все понимаю. А вот как можно единовременно иметь все, ну, все, весь расклад, да, всегда, то есть единовременно, и при этом еще умудряться все-таки развиваться. Как ты можешь куда-то развиваться, если времени-то нет? Ну, вот если говорить на тех неземных делах, там, где там какие-то законы природы, физики, Вселенной изучают, там, как она там... имеет свою вот эту спираль, не зря же, да, ее так и, кстати, рисовали очень правильно. С помощью черных дыр у нее улетает отработанная энергия в прошлое, там начинает жить свой жизненный цикл заново, превращается во что бы то ни было, материализуется по желанию наблюдателя, снова попадает в черные дыры, снова уносится в прошлое, разгоняясь при этом до скорости света, то бишь превращаясь в фотоны, то есть просто в энергию, выплескиваясь. Материя превращается в энергию, выплескивается в виде белых дыр, то есть наших звезд, солнц, выплескивается в это пространство в виде солнечной вот этой всей истории, там, ну, звездной энергии, которая из нее пышет. Это все в виде фотонов, энергии все распространяется и постепенно материализуется, превращается в частицы при обращении на них внимания наблюдателя. Ну, так работает вот эта маленькая моделька, моделька вот этой Вселенной. Собственно, вот то, что наблюдатель придумал, да, вот этот механизм, как бы зациклил время
и получает от этого эмоциональную такую вот подпиточку. То у него такая точечка. Это точка, да, точка там. И в ней вот это вся вот происходит с нами, вот эта вся бесконечная, этот замес. Остановите колесо. Ну и, соответственно, мне слово «паразит» — это соответственно. Вот это вот слово, не знаю, попить может оно исчезнет. Почему-то обожаю прозрачные стаканы, кружки, неважно что, в них как-то нет подвоха, что ли. Или они напоминают о зыбкости всего. То есть я прозрачная, но я твердая. Меня как бы нет, но я как бы есть. Ну да, наверное, поэтому. Ну, собственно, что? Это бесконечная тема, ее можно обсуждать до бесконечности.